Важно, чтобы солидарность, понимание того, что происходит, было прямо сейчас. И, конечно, такие фестивали помогают молодежи, не только молодежи, и детям, и их родителям понимать, что мы сегодня должны быть единой силой, и тогда победа будет за нами. Хорошее, интересное мероприятие с большой программой, много разных спортивных локаций. Здесь сильнейшая нация мира, здесь хорошие артисты. Пришло очень много молодых ребят. Это те мячи, которые через патриотические песни, через выступления знаменитых людей, они впитывают в себя правильные ценности. Это помогает их развивать и прививать молодежи. В рамках нашей интерактивной площадки Народный фронт снимает обращение мечей к нашим военнослужащим. Мечи передают приветы, ждут бойцов с победой и, конечно, их подбадривают. Также наши волонтеры плетут именные браслеты, которые можно приобрести, а все средства пойдут на проект Народного фронта «Все для победы». Мы непосредственно представляли русскую силу, русские богатыри. То есть мы показывали, что мы сильные, что мы спортивные. Ну и как везде, где бы я ни выступал, всегда говорят, что город Омск самый сильный из спортивных.